Вопрос про гематому от фанатов вызвал резкую реакцию певицы. На днях в прессе появилась информация о том, что Юлия Проскурякова якобы использует накладной живот для возвращения Игоря Николаева в семью. Спустя какое-то время певица выложила ролик, в котором обыватели заметили гематому под ее глазом. Но больше всего удивила последующая за этим реакция самой артистки, которая публично оправдалась за синяк. Соответствующее наблюдение было подмечено пользователями на странице Проскуряковой в Instagram. В ответ на вопрос от комментатора Юлия заговорила об обидах и прямо намекнула на малодушность фаната. Ситуация явно не стоила такой резкой реакции, но, видимо, эта тема имеет большое значение для певицы. Не исключено, что между супругами действительно был конфликт, и девушка поплатилась за обман, а малейшее даже косвенное соприкосновение с этой раной провоцирует выплеск эмоций. Но в любом случае Проскурякова и Николаев, судя по всему, помирились. На это указывает пост артистки, размещенный двумя днями ранее. Справедливости ради также стоит отметить, что под глазом Юлии действительно расположена родинка. В связи с этим, вполне возможно, что девушке просто надоели периодические вопросы на эту тему.